пользователя. Сегодня я вам покажу, как с помощью вот такого самодельного кондуктора можно нарезать реечки одинаковой длины и так, чтобы у них был угол четко 90 градусов. Такие реечки используются в мебельном производстве. Например, при изготовлении стульчиков, кресел и какой-то самодельной мебели. Стусло изготовить просто. Нужно выстругать ровную дощечку, сделать два борта из фанеры толстой и точно под углом 90 градусов запилить с двух сторон два пазика. Как будем работать с таким приспособлением? Берем рейку, вставляем ее. И с одного конца сделаем ровный торец под 90 градусов. Используем ножовку с мелким зубом. Лучше всего подходит полотно для металла. Можно, конечно, пилить пилой, но зуб у столярных пил довольно крупный, и рез будет довольно рваный. Вот, получилось. Хорошая поверхность, контролируем угольником, идеально точно. Теперь можно использовать вот такую линеечку, вставить ее как ограничитель. Вставляем деталь, упираемся. Для удобства можно перейти на другую сторону. И отрезаем точно в размер. Понимаем. Еще раз контролируем. Все отлично. И так далее. В следующем видео я вам покажу, как с помощью этого кондуктора, немножко его усовершенствовав, можно просверлить отверстия на одинаковых расстояниях тоже, чтобы было все ровненько, чтобы их потом можно было куда-то прикрутить. На этом пока заканчиваем.